Марс, он пришел. Девочки, посмотрите, эксклюзив после нашего еврейского стрима. Такой, девки, кстати, хочу вам сказать, молодой, холостой, не женатый. Хуй толще, чем их не шея. Ой, что ты такое говоришь? Ну, познакомься, поздоровайся с ребятами. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот это вот, добрый вечер. Вот это вот красивая птичка, это которая... Это Гоша. Он стесняется. Он стесняется? А что он стесняется? Ну, он немножко стеснительный. А что он стеснительный? Карл Маркс, а что он стеснительный? А у него не было женщины? Да, но пистон есть. А он работает? Работает. А где? На полшестого. Анжела, это пиздец. Анжела, у нас такой влог будет. Короче говоря, девочки, значит, вот это эксклюзивный наш Карл Маркс с Гошей. Девчата, значит так, берем не глядя, гляньте, хорошие сапоги. А посмотрите, обычно ж прикидывают хуй к носу и к пальцу. Девочки, гляньте, какой варик. Вот это гонево. Значит, Гарик Талисман ТВ. Вот этот продакшн продюсирует вот этого молодого, холостого, красивого, неженатого. Значит, что ты там полез доставать? Вот скажи мне, что... Ой, подождите. Вот это оно! Ой, девчат, туда входит и выходит. Такой замечательный горшок. Я сейчас с ума, блядь, сойду. Господи. Боже, девчата, вот этот ёбнутый талисман нашел, смотрите. А может, девочки, а может мне за него замуж выйти, а? Какой вы угадали. А чё? А потому. Ну хорошо, ну пожелайте тогда что-нибудь людочкам добрым, на ночь глядя. Гоша, сначала хай Гоша пожелает. А ну пожелай с Гошаным голосом. Гоша, блядь. Як бы еблося и жилося. Так, о. Девочки, если что, пишите на почту, пишите, приходите к талисману, вот этого красивого, молодого, ой, а ну сделай так еще раз, подожди, надо же это сделать вот так. О, красиво, дорого. Девочки, чтобы все понимали, что у нас Карл Маркс. Все, друг мой, спасибо тебе. Не, еще что хочу сказать. Ага. И, ну, так, между нами говоря, у меня хуй толще, чем их шея. Только никому, между нами. Ну подожди, ты сейчас рассказал это ну, на весь мир. Ну просто от меня тоже пошло, что я же в сапог заправляю зимой. А что? Не хватит девочкам вокруг шеи два раза обмотаться. А что с ним делать? Ну по назначению. Нам же штатарам похуй, что ебать оттягивать, что ебаных подтягивать. Не работать. Да, значит, а теперь, значит, смотрите, как называется ваше заведение? Прорекламируйте, пожалуйста. Гриль-бар, который находится на... пересечении. Лермонтова и проспекта Соборный. Совершенно да. Верно. Значит, ребята, вот это самый классный шеф-повар с большим хуем. Девочки, приходим, берем, только, значит, девочки, я ж процентовочку беру, не глядя. Гошечка рабочий. Ой, девочки, все, гляньте, какие кухти. Ой, как же мне с тобой сфотографироваться? Подожди, ну я же не могу не попасть в кадр. Ну подождите, ну это ж знаменательный, блядь, момент. Укройте меня этим Гошей. Боже, девочки, я прикоснулся. Девочки, я понял, что там такие есть. А что, я тебя возбуждаю? Не в коем случае. А что? Я люблю девочек. И я люблю девочек. Глинку помеси. Так подожди, а что с тобой сейчас только что произошло? Ничего, это фарт. А это фарт? Не, ну он спит просто. Он спит. Пока спит. Ой. Так, всем хорошего вечера, продуктивного дня. Всем хорошего вечера. Значит, ссылочку на заведение оставлю, а номер телефончика, как всегда, в кармане у талисманчика. Все, спасибо, Карл Маркс. Обнимаем, целуем. Доброго вечера. Хорошей работы и бабла побольше собирай, чтоб все работало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Девочки, вот такой получился влог. Ну пошел же, гляньте, как пошел. А красиво ж как пошел. Иди уже в туман. Ты сними. Ой, это ты моя голубка. Ой, попрощались, да? Ну, шиндерин, никак не попрощается. Вот, все, пока, до новых встреч.